Да, в продаже у нас Toyota Vitz 2017 года выпуска. Объем двигателя 1 литр, 69 лошадиных сил. Автомобиль без пробега по России. У автомобиля очень хорошая комплектация, имеется бесключевой доступ. 4 стеклоподъемника, электрорегулировка, электропривод зеркал, также контроль полосы, кнопка старт-стоп, мультируль. Помимо этого у нас имеется датчик предотвращения столкновения, отключение ESP, камера заднего вида. У данного автомобиля два ключа. Состояние нового автомобиля.